Сейчас будем испытывать вот такой вот комплект, который мы, ну, взял нашим ребятам. Пусть попробуют как можно самостоятельно покрасить, ну, какую-то небольшую, не сам автомобиль, какую-то незначительную деталь защитным покрытием Раптором. Видите, вот такой вот специальный грунт, протравливающий, который именно нужно наносить перед нанесением краски Раптор. Потом идет вот такой вот интересный баллончик, усилитель адгезии. Это делается для того, чтобы вам не выготавливать очень сильно поверхность, ее нужно идеально выготовить, чтобы она была полностью матовая. И чтобы вам облегчить эту процедуру, вот есть вот такой вот интересный баллончик. Поэтому вот видите, мы взяли два таких грунта, два таких баллончика. Вот такой вот рапторовский пистолет, у которого регулирующие сопла для того, чтобы вы могли сами себе выставить шигрень с помощью вот этой вот регулировки. Зажали в минимум ее, у вас будет минимальная шигрень. Открутили ее на максималку, и у вас будет максимальная шигрень. Ну, как это происходит и как это красится, миллион видео в интернете. Поэтому мы сейчас попробуем покрасим кое-какую одну деталь и посмотрим, что с этого получится. Ну и вот такой вот, естественно, баллон, в котором идет сам баллон и затвердитель. Давайте покажу. Вот такой вот интересный баллончик и вот такой вот затвердитель, который мы просто банально добавляем вот сюда вот, сам баллон с краской, ставим наш пистолет, вешаем сюда еще регулятор давления, в котором мы выставляем 4 атмосферы, и все, и красим. Поэтому сейчас испытаем, попробуем, что у нас получится, как говорится. Выливаем наш затвердитель. Закрываем нашу баночку. Хорошо ее перемешиваем. Вот хочу поделиться тем, какие мы придумали интересные крепления для экспедиционного багажника на автомобиль Toyota Land Cruiser 100. Вот именно у сотки на крыше есть рейлинги, так называемые, такие же, как и есть и на Патроле 61-м. И при установке экспедиционного багажника многие придумывают себе какие-то высокие багажники с креплениями, которые крепятся в водостоке. Вот мы, смотрите, какое придумали решение. Мы в те места, в которые крепятся сами рейлинги, изготовили, вот видите, такое вот интересное крепление, которое заходит именно в те посадочные места, которые стоят на автомобиле. Ниже идет, вот видите, какое интересное такое крепление, которое с направляющим у нас в саму площадку вставляется. Каждая подгоняется по размеру, поскольку у каждого свой наклон. Вот, ну, если вы видите, в каждую часть он, если берем переднюю часть, которая у нас идет к капоту, к лобовому стеклу, то оно у нас, ну, практически ровное. Все остальные у нас идут с небольшим наклоном. Это делается для того, чтобы оно четко становилось в родные посадочные места с тем градусом уклона, который есть у заводских рейлингов. Поэтому вот такая вот интересная вещь получается. Получается, у нас невысокий экспедиционный багажник. Он практически у нас от самой крыши. Ну, я не знаю, мы уже когда на крышу поставим, вы все сами увидите. Поэтому вот такие интересные вот крепления мы придумали, поэтому будем их также использовать для изготовления экспедиционных багажников на Патролы 61, в которых стоят в крыше родные рейлинги, и не будем использовать стандартное крепление, которое есть в водостоке. Так что вот интересная вещь, интересная такая вот вещь. Наконец-то закончили мы наш экспедиционный багажник, который мы уже наконец-то все поварили, погрунтовали и покрасили его Раптором. Вот смотрите, сейчас фокус поймает. Вот так. О, есть, отлично. Вот он уже покрашенный. Сейчас его полностью, ну, не примеряют, а уже потихонечку устанавливают. Поэтому вот так вот он смотрится на автомобиле. Вот посмотрите. Невысокий, небольшой. Как раз, я бы так сказал, ну, для
для автомобилей, которые не хотят у себя на багажнике иметь огромнейшую корзину с фруктами. Да, поэтому вот такой вот маленький, аккуратный багажник, который полностью выполняет всю свою функцию, ту, которую он должен выполнять. Вы спокойно можете по нему лазить, передвигаться, что-то на нем перевозить. Ну и вот так вот он смотрится, видите, на самом автомобиле. Вот. Небольшой и маленький аккуратный багажник. А вот так вот уже выглядит сам экспедиционный багажник с маркизой, которая уже на нем установлена. Вот посмотрите. Чем большое преимущество этого багажника, что он невысокий по высоте, и вы с его помощью спокойно заедете в любой паркинг, который у нас есть в Киеве, и на, я бы так сказал, куда еще? На автомойке, видите? Потому что он, ну, я не знаю, от рейлинга всего лишь, как померили, ну, максимум там на 5-10 сантиметров выше вот обычных родных рейлингов. Поэтому вот такой вот вполне компактный, небольшой, маленький багажник. И очень прикольно смотрится, видите?